Меня зовут Петр. Я известный писатель и сценарист. А скажите, Петр, а о чем будет следующая книга? Моя книга – это художественный вымысел. Я чуть ли не луч света в темном царстве русской литературы. У меня есть жена, которую я бесконечно люблю. И чудесный сын. Я живу полноценной и счастливой жизнью. Но у меня есть другая жизнь. Скрытая от всех. Вам придется мне довериться. Конфиденциальность для нашей компании – приоритет. Я владею фирмой по разработке алиби. Моя работа – это сохранение секретов других людей. Да, Аля, слушай. Ты как можете мне помочь? Муж меня убьет, обещаю, он уже едет. Слушайте меня внимательно, не перебивайте. Сначала уверенный взгляд. Теперь пощечина. Это не я. Это не я. А это мой двойник? Сия тайна велика есть. Хотели бы вы знать, что вам изменяет ваш любимый человек? Никому не хочется признавать правды. Вы боитесь это сказать, а я спасаю семьи. Каждый из вас лжет. Но я не ожидал того, что произойдет дальше. Здравствуйте. Я вас слушаю, что у вас произошло? Мне нужно алиби. Я изменила мужа. «Алиби». Премьера многосерийного фильма. Скоро на Первом. Слушай, отец, у тебя есть секреты? Сейчас я лгу твоей матери, что не знаю, что она мне изменяет.